Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки бюджетном воблере от компании Condor. Моделька называется Hot Minnow. Данный воблерок у нас поставляется в такой вот упаковочке. Длина его составляет 55 мм, вес 3 грамма, заглубление от 0,5 до 0,8 метра и расцветка в данном случае 171. Оснащен воблерок крючком от компании Мустад, что на мой взгляд отлично в данном ценовом сегменте. Крючки хоть и бюджетные, но вполне отличные по своему качеству. Сам у нас воблерок выглядит таким вот образом. Соответственно, миножное тело удлиненное, немножко сгорбленное на спинке. Воблер по толщине довольно-таки упитанный. По детализации здесь имеются насечки, имитирующие чешую, боковая линия, жаберные крышки, вклеенные 3D-глаза. По детализации здесь все без нареканий. Лопатка расположена под таким вот острым углом. Лопаточка сама очень узкая, что говорит нам о том, что приманка, собственно, игры, можно сказать, что не имеет. Более твичевая приманочка у нас. Внутри данной приманки имеются шумовые камеры. Сама приманка у нас слабошумящая. Также в приманочке присутствует условно такая система дальнего заброса в виде перекатывающихся вдоль тела шариков. Здесь, конечно, не магнитка стоит, все довольно бюджетно. В данной расцветке у нас приманочка имеет натуральный окрас, темную спинку, в золотистый такой цвет переходит из зеленого бок и оранжевое брюшко. И такие поперечные темные полосы, больше имитирующая приманочка какого-то нам окуня. Крючки здесь мустадовские отличные, по качеству довольно-таки липкие, изготовлены из тоненькой проволоки. В принципе, у нас воблерок лайтовый, то есть и крючки здесь под стать. Довольно неплохой воблерочек, имеет довольно неплохие полетные характеристики. На проводке ведет себя довольно-таки активно при твичинге, можно, скажем, применять и агрессивный твичинг, довольно-таки неплохо рычит воблерок по сторонам. А также подойдет для такого медленного, неспешного твичинга. Отлично подойдет для ловли окуня, белого хищника, некрупной щуки. И в прилове может попадаться другие виды хищника. Данный воблерок можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.